Хочешь бесплатно получить продукцию Apple, iPhone, iPad и Mac? Тогда подпишись на канал прямо сейчас. Жми на красную кнопку на экране и участвуй в бесплатном розыгрыше Apple-овской продукции. Розыгрыш будет проходить каждый раз, когда канал наберет 10, 20, 30, 50 и 100 тысяч подписчиков. Подпишись на канал и участвуй в розыгрыше призов общей стоимостью более 1 000 000 рублей. Привет, друзья, с вами Артур Роуз, и в этом видео я спалю и расскажу все секреты и фишки, как зарабатывать кучу денег на AliExpress. Итак, поехали! Если ты не знаешь, что такое eBay на AliExpress и откуда вообще там берутся деньги, то кликай по картинке, откроется второе окно с видео, где я об этом рассказываю более подробно. Итак, друзья, 5 самых простых действий для того, чтобы получать хорошие большие деньги на eBay AliExpress благодаря YouTube. Первый шаг – нужно скачать много контента. Второй шаг – нужно загрузить этот контент на буферный канал, то есть на отдельно созданный канал для этого. Третий шаг – нужно распределить контент после проверки на буферном канале по 5-10 вашим каналам на YouTube. Четвертое. Нужно оптимизировать этот контент, сделать для него продвижение, подобрать для него ключи, теги, сделать хорошее описание для того, чтобы ролик показывался как можно чаще в YouTube. Соответственно, чем больше он будет показываться, тем больше людей его увидит, тем больше у вас будет продаж, тем больше у вас будет денег. Пятое. Нужно привязать ссылки на товар. Сделать это нужно как в самом видео, можно сделать прямую ссылку прямо на сайт eBay на AliExpress. Также сделать это обязательно и в описании видео, и в комментариях к видео. И последний, шестой шаг, мы уже получаем деньги, но не торопитесь, друзья, радоваться. Нужно анализировать, что именно работает, что лучше всего, что хуже всего, акцентировать внимание на том, что работает лучше, и тем самым умножать свои результаты в 3, 5 и 10 раз. А теперь давайте разберем каждый шаг более детально. Я раскрою секреты и покажу программы и софт, который поможет вам сделать все быстрее и лучше. И вы сможете уже приступить прямо сегодня для того, чтобы как можно быстрее начать зарабатывать хорошие большие деньги на eBay AliExpress. Итак, друзья, первый шаг, нам нужно скачать как можно больше контента. То есть нам нужно скачать уже чужие видеоролики, которые уже существуют. Где их можно взять, где их можно скачать? Ну, скачать их можно в принципе с самого YouTube, можно с любых других видеохостингов, их сейчас очень много. А можно также с разных торрентов. Так, давайте я вам буду показывать пример, как это делать на YouTube. Мы вводим запрос, например, купить часы или купить что-либо, или обзор посылок с Китая. Я ввел запрос обзор одежды из Китая. Можно ввести и нужно вводить абсолютно разные запросы. Находите видео на обзоры на часы, находите обзоры на детские игрушки, находите обзоры на одежду, на женскую, на мужскую. Находите разные вообще обзоры для того, чтобы анализировать, что именно будет лучше продаваться, а что хуже, вы пока не знаете, пока вы это не попробуете. Мы с вами заранее это предугадать не можем. Поэтому скачивайте все подряд. Теперь, что касается самой лицензии, какое видео можно брать? В принципе, друзья, видео можно брать любое, неважно, есть на это разрешение или нету. Но если вы хотите более-менее безопасный вариант, тогда я советую брать видео с лицензией Creative Commons. Как это сделать? Вы нажимаете на кнопку «Фильтры». Тут выбирайте лицензию Creative Commons. Теперь он вам выдал видеоролики, авторы которых разрешают их брать и использовать. Вы можете смело их всех скачивать и использовать, и благодаря им зарабатывать. Теперь, друзья, смотрите, вот, ну, к примеру, тут есть видеоролик, да, у него там 261 просмотр. Есть 19 просмотров. Это не значит, что если вы скачаете этот ролик, загрузите к себе на канал, то у вас будет также всего лишь 19 просмотров. Нет, друзья. Я вас научу, как сделать так, чтобы у вас были 1000 просмотров. Поэтому, друзья, не обращайте внимания на количество просмотров. Для нас это не имеет никакого абсолютно значения. Теперь, как эти видео скачать много и быстро? Есть вот такая программа. Как ее получить, я расскажу немного позже. Вы просто копируете ссылку либо на видео, либо на канал. После этого нажимаете на кнопку «Вставить ссылку». Он просканирует и может скачать одно видео, а может скачать целый канал целиком, как вы захотите.
Друзья, он даже может скачать субтитры к видео. Это очень круто. Самая лучшая программа, в принципе, по массовому скачиванию видеороликов. Теперь, друзья, важный момент. Когда вы будете скачивать свой видеоролик, то обязательно зайдите в этот видеоролик и посмотрите там ссылку, которая ведет на товар EPN AliExpress, который рекламируется в этом видео. Берете чужую ссылку, эту партнерскую, в своем EPN AliExpress кабинете генерируйте свою ссылку, и она будет рабочая и будет приносить вам деньги. Неважно то, что вы взяли не первую ссылку на самом сайте, а взяли уже партнерскую ссылку. Но сначала, друзья, кликните по этой ссылке, попадите на сайт EPN AliExpress и оттуда уже копируйте ссылку с адресной строки браузера, вставляйте в своем личном кабинете EPN AliExpress и генерируйте свою короткую ссылку. Если вы не знаете, как это сделать, то ссылка сейчас на экране, к ней привязан специально тайм-код, то есть когда вы пройдете на это видео, то вы попадете именно на тот момент, где я рассказываю, как делать короткую ссылку. Итак, друзья, мы с вами закачали себе на компьютер много контента, теперь нужно его загрузить на буферный канал. Буферный — это то есть канал, специально выделенный для того, чтобы проверить наш контент на безопасность, будет ли придираться к этому контенту YouTube или нет. Мы все видеоролики загружаем на проверочный канал и ждем 7-14 дней, будет ли YouTube предъявлять нам какие-либо претензии. Если YouTube начал придираться к какому-то видеоролику, неважно по какой причине, страйк там или может совпадение со сторонним содержанием, блокировка его в одной стране или во всех странах, в общем, неважно какая будет претензия у YouTube, мы от этого видеоролика избавляемся. У вас на компьютере должно быть несколько папочек. Одна будет называться контент, который я скачал и еще не проверил. Во второй же папочке будет тот контент, который вы уже проверили на буферном канале. И эта база у вас будет храниться. Этой базой ни с кем не делитесь, она лично ваша, это ваша золотая жила, которая вас будет кормить всегда. Давайте, друзья, приведу пример. Допустим, мы скачали 100 видеороликов, создали канал, загрузили эти 100 видеороликов на канал, и YouTube к нам начал придираться. Причем на YouTube есть такая штука, что после третьего страйка ваш канал будет блокироваться. Но ничего страшного, друзья. Допустим, мы загрузили 100 видеороликов. YouTube придрался сначала к одному видеоролику, мы его убрали с нашего канала и вообще с нашей базы удалили, он нам не подходит, занесли его в черный список. После этого YouTube придрался ко второму видеоролику, потом к третьему. Таким образом, у нас осталось 97 видеороликов, но наш канал YouTube уже заблокировал. После этого мы создаем второй канал, загружаем наши оставшихся 97 видеороликов, ждем. И, например, YouTube за 2 недели придрался еще к одному видеоролику, и мы его также удалили. Остальные же все наши оставшиеся 96 роликов прошли проверку, и YouTube к ним не придирался. Мы берем эти 96 видеороликов, создаем новый канал и загружаем на этот канал уже проверенные ролики. Оформляем этот канал, делаем на этом канале шапку, делаем плейлисты. Когда уже загружаем видеоролики, то придумываем к ним названия, теги, ключевые слова, оптимизируем канал. Но об этом всем подробнее я рассказываю в школе YouTube, уроки которой также периодически выходят на моем канале. Итак, друзья, после того, как мы проверили контент, теперь нам его нужно разбить как можно на больше частей. Желательно создать 5-10 каналов на YouTube и разбить этот контент по этим каналам. Для чего это делается? Ну, во-первых, друзья, для гарантии безопасности. То есть не важно, что ваши ролики были проверены там на протяжении 7 или 14 или даже 30 дней, никогда гарантии нету, что YouTube еще не придерется по какому-то видеоролику. Поэтому, когда у вас каналов несколько, тем самым вы гарантируете себе безопасность. Если вдруг какой-то канал у вас отпадет, ничего страшного, у вас есть еще, скажем, 9 каналов, и вы можете создать себе 10-й новый. Таким образом, ваш доход будет не только хорошим, но и стабильным. Также, естественно, когда у вас много каналов, то у вас будет намного больше денег, потому что у вас будет намного больше обхвата. И также, между прочим, есть такой лайфхак по поводу того, что вы можете между собой все 10 каналов рекламировать.
и делать так называемые переливы. Но как это делать, я тоже об этом расскажу более подробно в школе YouTube. И следующий, друзья, шаг, самый важный, это оптимизация. От него будет зависеть вообще в принципе, будут ли ваши видеоролики вылазить в YouTube в поиске и в похожих видео или нет. Именно от этого шага будет зависеть, сколько у вас будет денег. По поводу оптимизации. Итак, друзья, что нужно оптимизировать? Нужно оптимизировать название видео, описание видео, теги к видео, плейлисты создавать и оптимизировать. Там есть также название и описание, и также есть заметки. Нужно оптимизировать сам канал. Нужно оптимизировать превью картинки. Превью картинки — это картинка на видео. То есть нужно делать название именно самого этого файла из ключевых слов. И также сам видеоролик также нужно переименовывать, используя ключевые слова. То есть, друзья, для того чтобы это все оптимизировать, самое главное — нужно найти ключевые слова. Итак, давайте по порядку. Какие есть инструменты бесплатные на сегодняшний день, позволяющие найти ключевые слова? Есть Wordstat Яндекса и есть Google. Для того чтобы попасть на Wordstat Яндекса, можете в Яндексе или в Гугле в поиске просто набрать русскими словами Wordstat Яндекс. Это сервис Яндекс по подбору ключевых слов. Он показывает, что люди ищут в Яндексе. Ну, например, смотрите, друзья, я ввел запрос «купить дешевое платье из Китая». Данный запрос ищут ежемесячно 55 человек. Также справа есть столбик, который показывает похожие запросы, которые искали люди. Мы также можем посмотреть, есть ли для нас здесь какой-то подходящий запрос. Ну, например, давайте посмотрим. Распродажа платьев. Почему бы и нет? Данный запрос ищут почти 13 тысяч человек ежемесячно. И на Алиэкспрессе есть кучу распродаж по женским платьям. Вот есть запрос «свадебные платья из Китая». Также можно найти какие-то обзоры на свадебные платья и привязать свою ссылку. 623 человека ежемесячно ищут данный запрос. Это ваши потенциальные клиенты. А теперь, друзья, я полю вам одну офигенную фишку, которая просто принесет вам кучу денег. Просто в благодарность за то, что смотрите это видео и досмотрели до этого момента. И за то, что вы подписаны на мой канал. Итак, друзья, обратите внимание, некоторые запросы высокочастотные, некоторые низкочастотные. Что значит высокочастотный, что значит низкочастотный? Если какой-либо запрос ищут ежемесячно от одного раза до 1000, это низкочастотный запрос. Например, вот эти запросы, они низкочастотные. Вечернее платье из Китая — тоже низкочастотный запрос. От 1000 до 3-5 тысяч — это среднечастотный запрос, и выше 5000 — это уже высокочастотный запрос. Например, запрос «распродажа платьев» вводит 13 тысяч человек. Но представляете, какая там конкуренция? Вам никогда там в принципе не пробиться, там очень тяжело будет. Но если вы, друзья, возьмете запрос, допустим, где всего 55 человек, и назовете видео именно с таким ключевым названием точь-в-точь, сделайте описание, используя каждое из этих слов, да еще и не по один раз, а по несколько. В общем, вам нужно сделать несколько предложений, используя эти ключевые слова в описании. И таким образом, так как тут конкуренция очень маленькая, вы выйдете в поиск со своим видео и получите своих клиентов. А теперь, друзья, я понимаю, что этот запрос, он низкочастотный. Я, конечно, понимаю, что показов будет немного, но как сделать так, чтобы клиентов и денег было дофига даже на таких низкочастотных запросах? А теперь, друзья, мега просто крутая фишка. Есть очень крутой софт, он позволяет уникализировать видео. То есть одно видео можно будет использовать хоть 1000 раз. То есть YouTube, если, скажем, вы возьмете одно и то же видео, не позволит вам загрузить даже два раза. После того, как вы его загрузите один раз, его уже нельзя будет загрузить во второй раз. YouTube вас сразу спалит. Но есть программа, которая позволяет уникализировать видео, и вы сможете это видео использовать хоть 100 раз, хоть 1000 раз. И самая лучшая, друзья, стратегия для того, чтобы быть просто мега богатыми и зарабатывать эти деньги постоянно на eBay и на AliExpress, нужно
После того, как вы найдете эту базу, использовать каждому видео ключевые слова, но одно видео можно использовать вплоть до хоть до миллиона раз. Поэтому я вам советую, когда вы будете подбирать ключевые слова, подбирайте низкочастотные запросы. И одно видео, скажем, ну например про платье там или про свадебное платье, можно сделать 100 видеороликов или 1000 видеороликов и в каждом видеоролике использовать низкочастотные ключевые слова. И таким образом ключи будут низкие, но конкуренции там никакой нету. И ваше видео будут смотреть именно те, кто хочет уже купить, потому что, ну например, мы использовали слово купить. Эти люди уже ищут, где что-либо купить. И вы берете горячих клиентов, кто уже хочет, на ключевых словах, в которых нет никакой конкуренции, но у вас видеороликов таких много, и за счет этого у вас куча клиентов без какой-либо конкуренции и куча денег, друзья. По поводу того, как получить программу, которая уникализирует видео, если вы являетесь моим партнером EPN AliExpress, то вы сможете ее у меня приобрести. По поводу данной программы вы можете мне написать ВКонтакте личное сообщение. Я вам расскажу, как вы можете ее приобрести. Но, друзья, если вы не являетесь моим партнером EPN AliExpress, то ни за какие деньги вы эту программу не получите. Итак, друзья, а мы идем дальше. И теперь второй инструмент, это базовый инструмент, это сервис у Гугла. Google планировщик ключевых слов. Ссылка, кстати, и на Wordstat, и на Google планировщик ключевых слов будет в описании под этим видео, друзья. Не забывайте поставить лайк, иначе в следующий раз не буду размещать ссылки для вашего удобства. Так, мы нажимаем поиск новых ключевых слов по фразе, сайту или категории. Вводим тут запрос. Ну давайте мы введем тот же самый запрос. После этого можете выбрать местоположение, можете не выбирать и нажимайте получить варианты. И вот тут, друзья, есть две вкладки. Есть варианты групп объявлений. Можно смотреть по группам. То есть тут есть как точные ключевые запросы, так и похожие, которые тоже люди ищут. Каждую группу можно открыть нажатием левой кнопкой мыши. И также есть вторая категория — варианты ключевых слов. И вот мы видим в принципе каждое слово, сколько в принципе его ежемесячно ищут на Гугле и уровень конкуренции по тому или иному запросу. После того, как дошли до конца внизу, обратите внимание, тут есть галочка для того, чтобы переключиться на следующую страницу. Сразу смотрите, тут 680 ключевых слов, а то многие просто пролистают страницу и думают, что больше ничего нет. Просто нажимаете на перелистывание и смотрите дальше. А теперь, друзья, про софт, который позволяет зарабатывать очень большие деньги и все автоматизировать. Это одна программа X и один сервис. Итак, друзья, почему программа X настолько крута? Во-первых, она делает подбор ключевых слов именно для YouTube. То есть, друзья, Яндекс в первую очередь показывает ключевые слова для Яндекса, Google ключевые слова для Гугла. Но для нас в первую очередь важны ключевые слова именно из самого YouTube. И данная программа подбирает ключевые слова из YouTube. Это очень круто. Также она подбирает лучшие теги на YouTube. То есть вы можете увидеть рейтинг того или иного тега. Таким образом вы составите для себя лучшие теги, которые позволят ваше видео продвинуть намного лучше. Также данная программа подбирает сама описание, то есть она анализирует весь YouTube по вашему ключевому слову и ищет самые лучшие описания, делает для вас выборку. Вы можете взять любое из этих описаний и использовать сразу. Но вы должны понимать, что это описание будет иметь успех на YouTube. Также программа эта показывает сильные и слабые места конкурентов. То есть вы вводите какое-то ключевое слово, она вам находит все видео у конкурентов на YouTube, выводит топ видео и показывает их название, описание и теги. И показывает, у кого сильное название, а у кого сильное описание, а у кого сильные теги, а у кого что слабое. И таким образом, друзья, вы сможете легко обходить конкурентов. В общем, эта программа — это лучшее решение для тех, кто хочет трафика с YouTube или для тех, кто хочет стать популярным в YouTube.
Но вы должны, друзья, понимать, если, допустим, вы хотите стать популярным на YouTube, да? Вот у меня, допустим, канал про бизнес-тематику, про заработок. Причем я рассказываю, ну, в смысле так вот, по-обычному. Я не делаю каких-либо там мега-крутых там шуток, да, там. Я там не записываю глупых видео. А на YouTube становятся популярными именно те, кто снимает веселые видео, развлекательные видео. Или, допустим, там, я не знаю, видео для детей, там, да, вот сейчас очень модно там одевать костюмы супергероев, там, делать какие-то сцены, даже без голоса. И такие видео набирают по миллионы просмотров. Естественно, в таких тематиках вы сможете стать одним из лучших. Но если, скажем, вы в такой тематике, как я, да, в бизнес-тематике, то априори вы не можете стать очень популярным. Почему? Потому что тут сегмент очень, ну, низкий. То есть, ну, допустим, если на YouTube 100% аудитории, да, из этих 100% процента 3, а может быть даже и 2, только думают о том, как зарабатывать деньги, о бизнесе. То есть это люди, которые вдумчивые, такие как вы, которые сейчас смотрят это видео. И такие люди, ну, на YouTube это дефицит, как бы, да, нас с вами немного. Остальные же все хотят от YouTube просто развлечений, как поржать, над чем-то приколоться там, и, ну и в этом роде все. Поэтому, если вы хотите стать популярным и в тематике, которая популярная, то для вас эта программа будет просто мега крутой. Либо, если вы хотите трафика себе дофига для EPN Алиэкспресса, для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, то для вас эта программа будет тоже жизненно важна и необходима. То есть, друзья, вы должны понимать, чем больше у вас видеороликов, чем больше у вас каналов, тем больше у вас денег. Но вы представьте себе, на одном канале у вас будет, ну там, скажем, 300 там, да или даже хотя бы 100 роликов, да? Для каждого видеоролика подобрать ключевые слова именно с YouTube без данной программы у вас просто не получится. Вы будете подбирать ключевые слова с Яндекса, с Гугла там, но с YouTube у вас не получится. Но даже бы если бы у вас получалось собрать с YouTube, вы это не сможете автоматизировать. Вы офигеете все это собирать. Данная же программа и подбирает, и автоматизирует, и делает данный шаг просто очень-очень легким. И таким образом вы сможете спокойно создавать хоть там 100 каналов, на каждом канале там по 100 или 1000 видеороликов, и для вас будет легко подбирать ключевые слова. Теперь по поводу того, как получить данную программу X. Во-первых, друзья, вы должны являться моим партнером EPN Алиэкспресса. Если вы не являетесь моим партнером, то вы ни за какие деньги эту программу не получите. Если же вы являетесь моим партнером на EPN Алиэкспресс, то пишите мне ВКонтакте личное сообщение со своим логином и почтой от кабинета EPN Алиэкспресс. А теперь, друзья, как получить программу X абсолютно бесплатно? Нужно выполнить 4 простых действия. Первое, нужно поставить лайк под этим видео. Второе, нужно вступить в мою группу ВКонтакте. Третье, нужно подписаться на YouTube канал. И четвертое, нужно поделиться этим видеороликом у себя в соцсети. Теперь, друзья, кто именно получит эту программу бесплатно? Как только под этим видео соберется 50 лайков, то будет первый розыгрыш. Как только соберется 100 лайков, то будет второй. Каждый раз при 50 лайках будет один победитель. То есть, если, скажем, внезапно соберется 300 лайков, то я определю 6 победителей. Но, друзья, хочу вас предупредить, что я буду смотреть на выполнение условий. То есть, если вы выиграли, но, скажем, вы не поделились этим видео у себя в соцсети, то мы будем искать нового победителя. Итак, друзья, давайте подытожим. Первый шаг. Мы скачали видео, базу. Второй шаг. Проверили это видео. Третий шаг. Закачали эти видео на наши каналы. Четвертый шаг. Оптимизировали данное видео. После этого пятый шаг, нужно привязать ссылки на товар EPN AliExpress, где нужно размещать данные ссылки. Во-первых, в описании данного видеоролика. Во-вторых, обязательно в комментариях под вашим видеороликом. Почему? Да потому что многие люди просто в принципе не знают, как открыть описание. Также, друзья, когда будете добавлять ссылку в описание, то вы должны ее добавить именно в первую строку, чтобы ее было видно точно. Но в любом случае в комментариях данную ссылку продублируйте еще раз. Это повысит конверсию ваших продаж и заходов. Ну и последнее, нужно размещать данную ссылку в аннотациях. Но, друзья, слушайте внимательно.
В аннотациях можно размещать ссылку на сайты, которые одобрил YouTube. Для того, чтобы разместить ссылку на EPN AliExpress, вы берете любой сайт, привязываете его к YouTube каналу, как это делать я покажу в школе YouTube, и делаете перелинковку, то есть пересыл. Почему, друзья, именно важно, чтобы вы делали аннотации? Потому что там конверсия намного больше. То есть человек кликнет больше по аннотации на экране, чем ежели перейдет в описание и будет кликать там. Поэтому важно аннотации делать. Чтобы вам показать пример аннотации, сейчас на экране появилась картинка. Если вы на нее кликнете, то вы куда-то перейдете. Понятно, да? Это нужно делать обязательно. Ну а теперь, друзья, самый любимый шаг. Считаем денежки, считаем прибыль. После этого анализируем и умножаем прибыль. В анализе прибыли нам поможет стандартный инструмент YouTube Analytics, но в нем нужно разбираться. Об этом я буду рассказывать также в школе YouTube. И если вы научитесь разбираться в своей аналитике, то сможете легко умножить свои результаты. Итак, на что можно рассчитывать на первом этапе? Ну, во-первых, можно рассчитывать на $1000 и более. Но все зависит от вас. Если вы, скажем, сделаете один канал, то явно на $1000 не рассчитывайте. Если же вы, как я сказал, сделаете 10 каналов и на всех них будет разный контент, вы будете этот контент проверять. И если вы будете использовать платные программы, которые будут подбирать хорошие теги, ключевые слова, и вы благодаря им сможете хорошо продвинуть свои видео, то на $1000 можно рассчитывать запросто. По времени, друзья. Но по времени это зависит только тоже от вас. Если вы будете уделять этому каждый день, то может достаточно быть и одного месяца. Если же вы будете периодически уделять время, ну скажем там 2-3 раза в неделю, то это будет 2, приблизительно 3 месяца. Тоже зависит конкретно от вас, сколько именно времени вы уделяете, как быстро вы все делаете. Итак, а теперь по поводу того, как получить программу для массового скачивания видео абсолютно бесплатно. Во-первых, нужно подписаться на канал, во-вторых, нужно подписаться в группу ВКонтакте и в-третьих, нужно оставить комментарий под этим видеороликом, но используя ключевые слова из названия этого видеоролика. И нужно составить хотя бы 2 предложения из ключевых слов, друзья. То есть нужно использовать ключевые слова из названия. Если ключевых слов из названия не будет в этом комментарии, то данное условие не считается выполненным. После этого пишите мне ВКонтакте личное сообщение и я вам скидываю данную программу абсолютно бесплатно. А я напоминаю, друзья, с вами был Артур Роуз. На своем канале я рассказываю о том, как зарабатывать деньги в интернете, как черпать трафик из социальных сетей и как в них раскрутиться, как раскрутиться в YouTube. Выпуски на моем канале выходят ежедневно в 19:00 по московскому времени. Если ты еще не подписался на мой канал, то сделай это прямо сейчас. Нажми на красную кнопку и ты всегда будешь в курсе всех событий и не пропустишь самые интересные видеоролики. А также твоему вниманию я предлагаю 2 классных видеоролика. Для того, чтобы их посмотреть, кликай просто по картинке. А теперь не забудь, друг, обязательно поставь лайк, это под видео, там где нарисован палец вверх. И обязательно поделись этим видеороликом со своими друзьями, и я уверен, они будут тебе очень благодарны. Ну и самое главное, друзья, помните, любой может стать любым. Самое главное знать как. Ключ ко всему – это информация. А на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующих видеоуроках. Пока-пока.